сьогодні буде екскурсія в театрі опери і балету. Такого здання. Буфет. Вот тут всякие портреты висят. Точно здесь? Вот это и есть это место. Кажется, как будто бы тогда такой будет очень хорошо видно. Здесь, ну, у нас есть такой маленький склад, некоторые... Маленький склад, точно. Если мы будем куда-то ехать с театром, тогда мы теперь... Когда будет концерт, тогда для него тоже выставка, но это там напротив, мы будем оттуда тоже гулять. А да, это все. Зато здесь интересно. Ну, что на этом все соли? Это Цепановая копия. Видите с окна? Йорку. Звезда Советского Союза. Тит Херм. Кирилл Раутсе. Такой устрашающий. Картина. Но его только не хватает. Конечно, когда ты так много в театре было, тогда знаешь, хочет учить музыку, нет? Не знаешь еще. Успеешь все и петь, и танцевать, и... На этой сцене обычно балет танцует, насколько я знаю. Сейчас малыш потерялся там. Главный зритель. Тут мы на сцене. Декорация оттуда вот спускается. Мы тоже стоим. Ну, все вообще, что может быть, как, которые мы играем, это все декорации. Античные колонны. Чтобы можно было... И даже свои люди тоже, когда новые гости положили нам, тогда все свои автограммы, все это уже написано, и другая половина тоже. Все включено. Осторожно, не надо туда, я боюсь. Кое-что. Сейчас я вам спою. Да, этого вы увидите. Артисты как-то там. Можно ли что-то? Бедные столько парят. Если театр, тогда нужно мне руками. Если я что-то вам дам, вот это можно посмотреть. А мне зонтик нужен. Мальчики всегда хотят посмотреть вот так. Кушать подано. Правильно? Чья-то голова там. Ой, интересно, всякие старинные античные штуки. Лампа Аладдина. Птичьи. О, птички.
Нет. Ну как же без этого? И вообще понятно, понятно. И все эти тортики, и все эти там что. Как здорово, декорация это делает. Круто. Изба. И вот такая огромная тут. Я не знаю даже, для чего это будет использоваться. Не знаю, как здесь цветы выживают. Тут краской пахнет, я так понимаю, всегда. Надо использовать оба сцены в миниатюре. И да, и кошки, да. Помнишь этого спектакля? Ты тоже была на щелкунчике, да? Ну вот, тогда а все это снимаю. Сейчас дети там нарисуют. Я же говорила. Она кепка. Мартин, Мартин, положи, пожалуйста. Ты сам что делаешь? Красить уже что-то собой? Я думаю. Тут тоже декорации делают. 49. Кто больше? 52. Ух ты. А это 52? Это 52. Да ладно. И обалдеть. Самая маленькая, эти были маленькие дети, которые были в опере Готелло. Ну, какой-то были городские люди. И вот эти были такие маленькие туфельки. А у кого размер 52? Да, вот этот 52. А он ты тоже сделаешь? Это был только для одного мальчика у нас. Там, да, ебеная этого пола, которая на следующем пятницу будет, и там они репетируют Равенко. Там только мальчики, и один женщин. Это знакомая музыка. И вот здесь же рядом есть такая так называемая аллея звезд, и вот Георг Коц, его следы.